Всем привет! Сегодня у меня коротенькое видео о моем пунктике. В общем, я посмотрела влог семьи Голубевых, и там Диана сказала о своем тоже, как она говорит, кто я. Диана, ты, если у тебя нет заболевания, то ты педант. Педантичные люди такие, что вот они все любят, чтобы было все на своих местах. Ну, а если уже глубоко зашло, то это уже ОКР. Об этом есть даже фильмы. Это кто выставляет вещи в одну линеечку и все прочее. У меня тоже есть пунктики. Сейчас я их покажу. Так, шутливые. В общем, первый пунктик у меня какой? Я не могу уложить в шкаф неглаженное белье. Поэтому оно у меня, если мне некуда гладить, копится. Лежит. Кучка растет, растет, растет. И когда уже получается, что в шкафу пустые дырочки от вещей, место остается, я бросаю свои силы на глажку. Второй пунктик – это складывание постельного белья. У меня должно быть, это пунктик, у меня должно быть здесь край так, здесь край так. В общем, вкладываю под одеяльник в простынь. Вроде бы сложил и убрал, вот не знаю. И третий пунктик – это у меня носки. Сейчас я их сложу и покажу, как они должны быть у меня в шкафчике. По-другому я их из шкафчика вынимаю. Ну, дети у меня тоже научились уже, когда мне некогда, они этим занимаются. Ну, сейчас у меня есть время. Ну, вот я сложила. В общем, вот так должно быть выглядеть в сложенном виде. В общем, пунктик. У девочек, чтобы не путаться, я лаком для ногтей цветным помечаю вот снежанки. Но мы договорились, что у снежанки будут носочки с изнанки. И маечки, и трусики я вот так лаком. Оно не мешает, не надо ничего пришивать. Девочки не путаются, потому что у них очень много одинаковых вещей. Вот такие у меня пунктики.